Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог та політтехнолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Здравствуйте. Первое, что хочу у вас спросить, ну, разумеется, мы видели это заявление уже довольно по меркам медийщиков, довольно старое уже заявление Рамзана Кадырова о том, что, значит, нужно наказывать генералов, чтобы они босиком шли на фронт и так далее. Есть такое мнение, что этого не могло произойти без разрешения Кремля, в том числе потому, что мы увидели подобные же, скажем, сантименты и на российском телевидении. То есть российские пропагандисты и Соловьев, простите, и Симоньян, значит, все они были в плохом настроении, что-то такое говорили про генералов, про то, что нужно там, что там, вынести мусор или вымести мусор из-под ковра. Как вы считаете, можно ли себе представить, что Кадыров, и дальше есть еще такой персонаж Евгений Пригожин, что все, что они заявили, это, ну, не было санкционировано сверху в Кремле? Ну, то, что говорит Кадыров и Пригожин, не обязательно должно быть согласованным с Кремлем, а в ситуации ослабления Кремля, ослабления его контроля над внутренними процессами, я бы предположил, что, скорее всего, и Кадыров, и Пригожин, они действуют уже самостоятельно. Их интерес ведь понятен, в первую очередь интерес Кадырова. Его главная задача ведь не хотелки Кремля выполнять, а спасти самого себя. Дело в том, что поражение российской армии, оно бьет и по Кадырову тоже очень сильно. Понимаете, вся его власть держится на силе, на уверенности, что он силен, что он любого из своих противников всегда уничтожит, что у него самая мощная вооруженная группировка в стране, да и, пожалуй, в мире. И, в общем, сопротивляться ему бесполезно. Да? И вот вся власть его держится вот на этом предположении. И то, что творит ВСУ, это, в общем, прямой удар по позициям Кадырова, по легитимности Кадырова. То есть выясняется вдруг, что вовсе не кадыровцы самые сильные в мире, да, а как минимум украинцы еще сильнее, может, еще кто-то есть. И после этого, ну, глядя на поражение кадыровцев, любой там чеченский оппозиционер, который до этого, любой недовольный в Чечне, кто даже голову боялся поднять, он начинает думать: слушайте, а в общем-то тигр-то бумажный, он только в ТикТоке воевать может. Да, и есть риск, что они поднимут голову, уже поднимают голову. Поэтому Кадырову, для Кадырова жизненно важно, чтобы вот удержать свою власть, надо дистанцироваться от этого поражения. Поэтому все, что он делает, собственно говоря, он говорит: это не я терплю поражение, это вот они. Да? Я не имею отношения к этому поражению, к этому разгрому позорному. Вот. И Кадыров сам это делает, потому что ему самого себя надо спасать. Пригожин тоже достаточно самостоятельный игрок. Он ориентирован лично на Путина, на всех остальных он плевал. Сам Путин, очевидно, парализован происходящим и не вмешивается вот в эти низовые разборки, то есть он перестал играть роль модератора в отношениях элит, который всегда играл. Вот. Симоньян и другие пропагандисты — это, конечно, существа другого порядка. Они гораздо в большей степени завязаны на Кремль. И я не исключаю, что там они от Громова, который их курирует, это первый замглавы администрации президента России, ну, они получили такую отмашку, что, дескать, ну, попробуйте, так сказать, там, слегка их пожурить, чтобы вот, ну, начальника дистанцировать от этого поражения. То есть Громов постоянно слышит от самого Путина ругань, так сказать, в отношении этих генералов. Они чертыхаются, Путин чертыхается, называет их идиотами наверняка. Ну, я думаю, в выражениях не стесняется, потому что, ну, с его точки зрения, они же вообще, ну, немыслимую подлость творят. Они его выставили посмешищем перед всем миром. Там он 20 лет ходил вокруг, грозил всем, значит, какой он сильный, какая у него сильная армия. Все думали, что он действительно сильный, и тут вдруг выяснилось, что его армия — это вот, значит, фикция, фейк. И Путин оказался в положении человека, который вот 20 лет грозил соседям, потом начал их бить, тут же получил сдачу от крепкого соседа, упал, значит, на землю лежит, и кровь у него из носа течет. Ну, в общем, жалкое зрелище. Понятно, что он чертовски зол, и он уверен, что это все произошло из-за вот этих подонков в погонах. И
Поэтому, ну, думаю, он их чехвостит в хвост и в гриву. Собственно говоря, информации там, слухов о том, что он меняет генералов как перчатки, а их уже много, этих слухов. Вот, скорее всего, хотя бы как минимум часть из них правда. В общем, Громов всего этого, я думаю, наслушался, да, и тоже пытается спасти имидж начальника, ну, показать, что, дескать, как-то вот, вот это проблема генералов, а не проблема Путина. Вот Абас, что-то а такое вот, простите, а когда вы говорите, что Путин парализован происходящим, вы что имеете в виду? Ну, в том смысле, что вы не видите с его стороны какой-то активности, при том, что мы, ну, обратили внимание сразу же, когда он приехал с этого саммита из Самарканда, Шанхайской организации сотрудничества, сразу же он очень активизировался в том плане, что те так называемые референдумы моментально провели, сразу же объявили об аннексии, ну и началась эта так называемая частичная мобилизация. Что вы имеете в виду, когда говорите, что он парализован? На самом деле, когда он извернулся из Самарканда, первой новостью, связанной с вот этими территориями, были слова кремлевских источников, которые появились в нескольких СМИ, о том, что референдумы поставлены на паузу. На самом деле, сам Путин в Самарканде дважды заявил, что он хочет немедленных переговоров. Он сказал это сначала в разговоре с премьер-министром Моди, потом он это сказал в разговоре с президентом Турции Эрдоганом. Значит, вот он объявил, что хочет переговоров, он очень сожалеет, что украинцы не, значит, на эти переговоры не идут. Он готов прекратить боевые действия немедленно. Вот, вот что прозвучало. После этого он возвращается в Москву, и первое, что звучит оттуда, это вот утверждение кремлевских источников, а эти кремлевские источники, мы их все знаем, это окружение Кириенко, которое работает, ну, по поручению Кириенко. По сути, это голос Кириенко. Да, и они говорят, что референдумы поставлены на паузу. Вот, вот это очень важно. Перед тем, как референдумы состоялись, на самом деле Кириенко собирался поставить их на паузу. И звучали, ну, там прозвучали такие формулировки, как то, что значит, этих Турчака, который, это генсек Единой России, который успел объявить, анонсировать дату референдума 4 ноября, его, значит, наказали, потому что он сказал то, что не имел права говорить, то, что не должен был говорить, это не его ума дело, сказали источники. Во-вторых, значит, они сказали про то, что даже из Херсона и Запорожской области политтехнологи кремлевские, которых туда прислали готовить референдумы, еще летом прислали, они уже оттуда уехали, поскольку они там теперь не нужны, поскольку референдумов пока не будет. Да, ну и логика была четко сформулирована, что, дескать, надо сначала эти территории завоевать, надо их удержать в военном смысле, а потом уже референдумы проведем. Ну, в общем-то, логично. Что сейчас там спешить с референдумами, пока еще непонятно, что там на поле боя будет. Да, то есть Кремль собирался действовать в том самом русле, там, давайте переговоры, давайте переговоры. Он не торопился с референдумами. И вдруг в публичное пространство вывалилась тема этих референдумов. Вывалили ее вот эти ребята, Пушилин и Пасечник. Что произошло? Они услышали в словах кириенковцев о том, что референдумы поставлены на паузу, свое будущее. Им это будущее не понравилось. Да? Они поняли, что их собираются слить точно так же, как слили харьковчан, ну, харьковских коллаборантов, да, Россия отступила, бросила их на произвол судьбы, вот, и Пасечник с Пушилиным поняли, что вот оно, что здесь планируется. То есть вы считаете, что они, что Кремль пошел на поводу у этих гауляйтеров? Да, да, конечно, они вытащили эту тему в публичное пространство. Я думаю, конечно, они нашли там союзников себе внутри Кремля, среди ястребов. То есть они к тому же Турчаку, Турчак, судя по тому, что вот он анонсировал до этого дату 4 ноября, то есть явно тащил тему, ну, то есть быстрее давайте сделаем референдумы. А вот он оказался их союзником, то есть они с ним там сыграли. Скорее всего, судя по тому, что говорили подчиненные Громова, типа Симонян, значит, и Громов там им подыграл, ну, возможно, Патрушев, ну, то есть вот эти часть силовиков, которые работают на обострение конфликта, они пытаются создать ситуацию так, чтобы Путин, ну, не, там, Путин не шел на переговоры, да, и они, видимо, подыграли этим, ну, в той или иной степени, да, Пасечнику с Пушилиным, но основным драйвером те выступили, они просто впервые в жизни решили, ну, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, и впервые в жизни выступили творцами своей собственной судьбы. И они поняли, что Кремль ослабел настолько, что надо уже играть самостоятельно, не надеясь, что Кремль их спасет. Они попытались, понимаете, заякорить Россию, так сказать, да, чтобы Россия, ну, не могла так же легко оттуда бежать, как она бежала из-под Харькова, бросая
значит, военную технику, и смазав пятки маслом. И поэтому они вот вытащили тему референдума в публичное пространство, дескать, отец родной, там, мы хотим присоединиться к России. И Кремль, он оказался, смотрите, в ситуации, он хочет переговоров с Киевом, Киев не идет на переговоры, а тут еще и эти референдумы. Значит, и как мы теперь этим людям откажем, значит, если мы там, ну, сами с первого дня войны объявляем, что мы там ради них, да, мы их спасаем. Ну, вы знаете, уже много раз такое было. Вы же помните, это была Южная Осетия, которая говорила о том, что вот она будет проводить референдум, и им пришла разнарядка сверху. Не-не, ребята, не сегодня. А почему такое не произошло вот с так называемыми ДНР и ЛНР? Смотрите, да, до Осетии там российскому общественному мнению никакого дела не было. Это вообще периферийная была тема, там можно было творить что угодно, и это бы не обрушило социальную базу власти. А эта тема в центре повестки находится. Война — это, ну, это главная новость вообще все эти полгода. Да? И вот там взять и полностью, так сказать, изменить самому себе — это ты реально рискуешь, ну, просто окончательно потерять социальную базу, оказаться, ну, просто с нулевой поддержкой. В ситуации, когда и силовики, значит, все меньше в восторге от тебя, глядя на то, что ты проигрываешь боевые действия, ну, ты, ну, это гарантированно потерять власть, да? То есть нужна какая-то база, на которую ты будешь опираться. И поэтому вот в этой ситуации Кремль уже, ну, не мог кинуть этих людей. К тому же, понимаете... Ну, а Украина-то, а взамен-то что? Украина же все равно переговоры пока не пойдет. Путин пытался подсластить пилюлю, помните, он азовцев отдал. Как только анонсировали референдумы, он тут же ни с того ни с сего отдал азовцев, наплевав на мнение российских патриотов, которые, так сказать, по этому поводу возмутились. Если ты хочешь воевать, то зачем тебе патриотов-то возмущать? Это и есть твоя база, да? Но нет, Путин, тем не менее, на это пошел, потому что вот он понимал, что да, я не смогу отказаться от проведения референдумов, и мне придется их проводить. Придется, наверное, потом их и присоединять еще. Понятно, что они результат нарисуют такой, какой им надо. Но что, значит, мне-то с того? То есть я окончательно теряю возможность урегулировать ситуацию с украинцами за столом переговоров, а в военном смысле мы проигрываем. То, ну, все конец всему. И Путин вот в этот момент... понимая, что, ну, ситуация совсем не в том направлении, в каком ему нужно развиваться, он решил чуть-чуть подсластить пилюлю. Ну, вот у него же не так много инструментов в этот момент в руках оказалось. Да? Ну, и он все время выбирает между плохим и совсем плохим. У него нет хороших вариантов, строго говоря, сейчас. И вот он тут-то азовцев, значит, обнаружил и решил их отдать в надежде, что это как-то вот, ну, позволит там, продемонстрировать его добрую волю украинцам, с тем, чтобы украинцы все-таки, может быть, сели с ним за стол переговоров и начали с ним разговаривать. Вот. Но тема азовцев не помогла, потому что референдумы он все-таки провел, повторюсь, против своей воли. И вот такие вещи я и называю параличом. То есть он иногда совсем пропадает со связи и вообще ничего не делает, как это было во время харьковского наступления, когда он совсем по-идиотски там выглядел, когда он фейерверки запускал в этот день, да? Да-да-да, день Москвы или что там было. Вы знаете, я хочу еще один момент. Мне кажется, что это как раз в подтверждение ваших слов. Помним же, да, что сегодня с утра анонсировали, якобы Путин обратится к своему населению, что-то там будет говорить о том, что вот эта так называемая специальная военная операция меняет свой статус, что, не, ну, были слухи о том, что, значит, он скажет, что это контртеррористическая операция, потому что, слушайте, это же уже территория России, мы тут отвоевываем свое. И дальше его пресс-секретарь Песков выступил и сказал, что, слушайте, нет, Путин передумал выступать, его не будет. И знаете, в таких случаях у нас спрашивают, а что случилось? Ну, это, видимо, эмоциональная была реакция по поводу того, что давайте объявите, я сейчас к народу обращусь. Да, потом сел, стал думать, а что я народу скажу, а сказать-то нечего, в общем-то. То есть, видимо, у него последний аргумент остался — ядерное оружие. Видимо, все-таки он не готов его пустить в ход, во всяком случае, пока. Да, он ведь на прошлой неделе, выступая, тоже в лоб не сказал про ядерное оружие. Он намекал, да, намек был достаточно прозрачный, что американцы, дескать, создали уже прецедент в Хиросиме и Нагасаки. Но, тем не менее, это был намек, это не было прямое, так сказать, в лоб заявление. Вот, не рискнул он тогда. Ну и, по всей видимости, сейчас ядерное оружие расщеплять он не готов, а все остальное — это пустые слова, они ведут всего лишь к разочарованию. Понимаете, в нынешней ситуации, когда сторонники ждут от него четкого плана ясного, и четкого и ясного плана действий,
значит, стратегии какой-то вот адекватной нынешней ситуации. А он просто выходит и начинает рассказывать им там про историю, значит, колониализма западного. Печенеги и половцы они... у него еще есть. Да. Это такая тема забытая уже. Да. И вот люди, конечно, разочарованы. То есть мы ждали от него что-то по делу, а он опять там языком чешет, значит, уши нам... Вот прямо сейчас, простите, что вас перебиваю, прямо сейчас появилась новость, Рамзан Кадыров заявил о том, что он получил звание генерал-полковника, что Путин лично, значит, ему это звание присвоил, и тут мы снова возвращаемся к теме Кадырова, его возможном, ну, мы можем поговорить о его возможном усилении. Я читал вашу аналитику, называется, да, вы это заглавили проект «Преемник», речь идет о том, ну, кто может заменить Путина, учитывая, что Путин становится все более токсичной фигурой. Еще параллельно я читал, есть такой материал, выходил в издании «Политико», там их эксперты тоже разные предположения строили по поводу того, кто это может быть. Вот западные эксперты, ну, если посмотреть, они там по-разному оценивали, у них там какая-то даже была баллы, в общем, была шкала оценивания. Они считают, что есть два варианта наиболее вероятные. Это либо Патрушев, считается, что он довольно близкий человек к Путину, либо так называемая «тройка». Вот как было после смерти Сталина, 1953 год, значит, там были кто? Хрущев, Маленков и Берия. Какой вариант вам кажется наиболее... Булганин. Какой вам Булганин. Вариант кажется наиболее вероятным? И вот если говорить о Кадырове, ну, кажется, никто не видит его усиления. Ну, точно, его же не любят все, по-моему. Ну, все силовики, каких только можно представить. Да, Кадырова никто не любит, у него нет никакой базы за пределами Чечни, поэтому я, собственно, его и не, как вариант не рассматриваю и свой доклад не включил, хотя вообще ну, на уровне таких, знаете, вот бытовых разговоров, конечно, о нем, о том, что он преемник, разговоры иногда ходят, но нет, во-первых, непонятно, кто зачем должен за Кадырова хлопотать. Он никому, ну, ни для кого не будет подарком. Он для всех будет источником головной боли, включая самого Путина. Да? То есть массовый избиратель за него голосовать не будет. Силовики будут совершенно в ужасе, они в восторге от этого. Основные кланы в окружении Путина, основные группировки российских элит тоже совершенно не в восторге от происходящего. Понимаете, проект «Преемник» ведь нужен для того, чтобы снять часть нагрузки с системы. А Кадыров, он наоборот, перегрузит систему, организует, обеспечит такую перегрузку системы, что система точно не выдержит и рухнет. То, что ему дали генерал-полковник, это ни о чем. Но он недоволен, он возмущен происходящим, да, а он нужен Путину. Ну вот Путину что остается? Значит, ну вот Кадыров чехвостит путинских генералов, а Путин в ответ присваивает Кадырову какие-то очередные звания. Ну вот пытается сохранить лояльность Кадырова. Вот. Насчет, значит, вариантов с преемником. Ну, у меня там тоже упомянут вариант группового руководства, там в разделе, где я про Собянина пишу, про перспективы Собянина, про то, что силовики, что у него нет такого тесного альянса с силовиками, и силовики не будут в восторге от него. Но я упоминаю про то, что Собянин как раз в достаточной степени технологичен, чтобы суметь договориться с ними о создании некого варианта коллективного руководства. То есть он договорится с ними о том, что он готов учитывать их интересы и видеть их представителей вот во власти, что называется. То есть вариант коллективного руководства я тоже не исключаю, значит, но в целом, ну, просто есть набор людей, которых я там перечисляю, в том числе и Патрушев, про которого вы упомянули, у него действительно есть неплохой шанс. Он по многим параметрам не является идеальным кандидатом, но по некоторым он действительно, возможно, один из лучших из того, что есть в окружении Путина. Мантуров неплохие шансы имеет, Дмитрий Козак, который как раз курировал украинскую проблематику и, в принципе, был против войны. И после этого, и после того, как Путин все-таки принял решение воевать, он подверг Козака опале.
Вот. А кого вы видите из них, кто мог бы деэскалировать ситуацию? Мы же тоже понимаем, что вот сейчас, когда Путин объявил об этих аннексиях, фактически он говорит о том, что, ну, тут будет вечная война. Мы же говорим, что это территория России, значит, мы должны вечно воевать на этих территориях, чтобы доказывать, что это Российская Федерация. Так вот, кто из этих возможных преемников, ну, может привести, скажем, к тому, что Россия выведет свои войска? Я думаю, любой из них. На самом деле, собственно говоря, суть операции «преемник», вот если вывести за скобки, так сказать, все там красивые слова, а оставить суть дела, она как раз и заключается в том, что нужен человек, который не обременен настолько сильно, как Путин, какими-то обязательствами, какими-то взятыми, там, произнесенными словами, не обременен грузом негатива, не спутан по рукам и ногам вот этой историей совершенных ошибок, принятых неправильных ошибочных решений. Кто-то, у кого руки будут развязаны в достаточной степени для того, чтобы выйти с этих территорий, собственно говоря, вернуть их. Потому что речь даже не идет об исторической справедливости. Понятно, что для российских элит это там пустой звук. Но речь идет о том, что война проиграна. И если ты проигранную войну затягиваешь до бесконечности, ты в конце концов, доживаешь до состояния 17-го года. То есть, в конце концов, рушится вся система. А поскольку элитам российским в целом вот крушение системы абсолютно невыгодно, да, ведь они же бенефициарами системы являются, да, то они сейчас должны ее спасать. Путин, очевидно, ее спасти не в состоянии, ну вот в силу своего бэкграунда. С ним уже и Зеленский за стол переговоров не сядет, и Запад, в общем-то, не в восторге от него, мягко скажем, и так далее. И в целом российское население уже, ну, знаете, но он для него тоже такой сильно отрицательный герой. И, в общем, в этой ситуации вот нужен кто-то, кто, собственно говоря, вот этим займется деэскалацией, да, и нормализацией ситуации. Ну, то есть сначала быстро заключит какое-то перемирие, режим прекращения огня, потом переговоры, скорее всего, непростые, долгие, потом какой-то, наверное, переходный период. Вот. Но в любом случае, конечно, отдавать придется. Ну, а что, раз ты проиграл войну, если ты не умеешь воевать, начал войну, не умеешь воевать, ну, ты теряешь территорию, в конце концов. Это, в общем-то, такой железный закон, прям, ну, логики, можно даже сказать. Вот. Поэтому любой из этих людей, любой преемник, его задача — это сделать. Если он это не сделает, то он не будет, по сути, преемником, он просто какое-то время кресло там погреет, а потом история его все равно на свалку вышвырнет. То есть все равно будет какая-то в каком-то виде крушение системы и революция. Если война продолжится, сжигая ресурсы, людские, материальные, да, то в какой-то момент она просто закончится коллапсом системы. Аббас, спасибо вам большое за этот разговор, за вашу аналитику. Нагадаю нашій аудиторії, Аббас Галямов, політолог, політтехнолог, був з нами на зв'язку, говорили про те, якими будуть наслідки цієї війни в Україні для Росії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.